Такая экстремальная переправа на другой берег Чигиринки для жителей микрорайона Тепличный уже стала привычной. Мостик, который установлен специально для удобства пешеходов, каждую зиму практически полностью скрывается под наледью. Во-первых, очень скользко. Во-вторых, конечно, там стоит сейчас вода, все промокает. Ну, а в-третьих, ну, достаточно опасно, потому что поручни уже глубоко под водой, держаться не за что. У нас это каждый год происходит, примерно где-то с февраля начинается, с начала февраля и по конец марта. Очень опасно, очень страшно туда переходить через этот мостик. От исчезновения мостика страдают владельцы домашних животных, выгуливающие своих питомцев на пустыре, расположенном на другом берегу речки. Неудобства испытывают и некоторые жители Чигирей, которые привычной тропинкой сокращают путь до автобусной остановки. Ужас один просто. Рискованно ходить? Ну, во-первых, страшно, это же можно где-то провалиться. Да там всегда лед. Ну, убирали же, почему дальше не убрали? И только дети, замерзшие реке и наледи на мостике, рады. Для них это своеобразный аттракцион. Однако наледь на переходе – лишь часть проблемы. Жители Тепличного переживают о том, что будет весной, когда с наступлением тепла лед начнет таять. Люди боятся, что дорога, подвалы и дворы могут быть затоплены. Ведь уже сегодня уровень реки практически вровень с дорогой. Тем временем в администрации Благовещенского района, в чем ведении находится данная территория, говорят, подобного исхода не допустят. В настоящее время очисткой занимается комбинат Тепличный. Лед из реки убирают и вывозят примерно раз в месяц. Тепличный у нас чуть-чуть расширился, да? Ну и производство расширилось, мощность расширилась. Там есть оросительная система. То есть и у них уже перестали справляться накопительные емкости. То есть они их планируют увеличить уже. Ну, как бы второй год мы с ними ведем переговоры. Планируют увеличить для того, чтобы не было сброса в этот мелиоративный канал. В районной администрации заверили, уже на следующей неделе специалисты снова приступят к уборке льда. А вот окончательного решения проблемы местным жителям придется подождать до завершения процесса строительства, которое идет на берегах Чигиринки. Именно тогда и будет обновлена система водосбора. Евгений Вдовенко, Андрей Белый, Михаил Величкин, Амурское областное телевидение.